плюс его моменты, то, что его папка там есть. Потом завтра собираемся все, потому что приедет Андрей. Посмотрим те моменты, которые накопились вот за этот период, за месяц. В вашей игре, в играх других вратарей. На что надо обратить внимание? Значит, почти. Мы же братья. Да, говорю. А что там еще есть? Перчатки? Так, идем. Ай, блин! Ну, курочек, 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 конечно. Начинаем. Окей, все, разомнемся и потом сделаем так. По полполь чуть больше. Пас обратно. И пас. Давай, Макс. Вперед, Барраса. И готов. Вперед. И готов. Идем. Давай, Далер, левая и правая. Хоп, хоп, иди с мячом. Поехали. Хоп, раз, два, иди с мячом. Да. Давай, ускори. Ускори с мячом и пас обратно. Давай, и раз, и пас. Все готово. Да, сохранить, сохранить. Супер. Идем вперед. Идем вперед. И пас на ворота. Идем, поехали. А я куда? А ты что стоишь? Что случилось? Инстаграм упал 4 часа назад. Не, серьезно говорю. Ты выложил пост, и Инстаграм упал. Проверь. Хорошо. Дизлайки. А там еще отломился кусочек, видишь? Да, я думаю, что это... Надо заклеивать его просто клеем. Ну давайте, насколько хватит, сделаем. Сломалось, давайте. Надо еще один щит. Поехали. Вот такой, Матвей. Николай, ждешь? Николай, ждешь? А сказали, я не могу. Курочка гриль залетала вокруг. Какая передача, а? Какая передача, а? Макио! Что за ты его воткнул? Не, мать, такие не ругают. Я не ругаюсь. А вон туда. Спасибо, Савельев. Слушай, неплохо делали. Пора ужин было. Хорошая тренировка, всем спасибо. Что вы все в повязках? Мне тоже повязку, что ли, надо где покупать? Я по-другому совсем. Я по-другому. Мне такая не помогает. У меня есть такие? Да, она. Мне держать нечего. А тебе вот это не поможет. Окей, просто вопрос много в комментариях. Повязку сейчас начал носить. Ну, интересно, что ты... Волосы отросли. Вот, да, вроде у тебя тоже раньше длинные были, нет? Нет. Да, честно, мне лень прическу делать. Волосами заниматься это все осточертело.
Повязку надел, проснулся и пошел. Повязку. По-моему, нормально. Короче, простой ответ — из-за лени. Нет. Следующий вопрос, когда у Юры Дюпина будет повязка. Это очень не скоро. Сегодня вечером могу подарить. У меня волосы долго растут. У меня не хватает терпения отрастить. Да суть не в волосах, суть в повязке. Так а зачем она нужна, когда волосы короткие? Я шучу. Да длинные. Не, мне просто мешает. Там, туда-сюда. Там ближние ворота. Да. Все, спасибо, до свидания. Да, пожарем. Сейчас уже время 8, уже до ужина меньше осталось. 9:30.